Сейчас бы что-нибудь новогоднего посмотреть. Вот что я нашла. «Ирония судьбы» или «С легким паром». «Один дома». «Один дома». ТВ-приставка Xbox с интеллектуальным голосовым поиском знает, что вы хотите увидеть. «Елки 3», «Елки 4». Здравствуйте! С прогнозом погоды вас знакомит Ксения Аванесова. Мультимедийная приставка Xbox от компании «Интерсвязь». Ищите фильмы и сериалы с помощью голоса. Доставка, установка и настройка бесплатно. Подробности по телефону 8 800 2747. Xbox – телевидение, которое вас понимает. А теперь о прогнозе синоптиков. В четверг по востоку Зауралья проляжет атмосферный фронт, сопровождаемый шлейфом снеговой облачности, тогда как к западу региона ожидается гребень антициклона, который очистит небо от облаков, что усилит суточные колебания температуры. В Екатеринбурге -22, -24, Челябинске -16, -18, Тюмени -19, -21, без осадков. В Кургане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха -25, -27. Днем в Кургане переменная облачность без осадков. Ветер западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха -19, -21. Атмосферное давление будет расти и составит 768 миллиметров ртутного столба. 24 января солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго!